Привет. Привет. Вот, шашлыки. Решили сделать шашлыки. Красивый костерчик. Еще гореть долго. Прогорит сейчас. Какой красивый костер. Уже темнее. Потихоньку темнее. Тишина такая вообще. Что-то дроздов не слышно сегодня. На карантине, что ли? Все, тишина. Тоже скажешь, как сказали, и все, и не поют дрозды. Вот дрозды начали петь, чуть попозже они вот слышно уже. Слышно уже, листочки раскрываются. Да, вот видишь, к вечеру попозже, уже когда солнце начинает садиться, поют. Сейчас вот пока прогорит, пожарим шашлыки. Да, Симка. Жирнючая, да, такая. Что за дела такие, а? Вы гляньте, она такая жирная. Симка, шашлыки ждешь тоже? Да? Вот. Идем жарить. Угли уже готовы должны быть. Крупными. Уже звезды уже вышли, пока прогорели дрова. До первого звезды нельзя. Но зато дрова хорошие. Граб, дрова не из мешка, не уголь. Положили мясо. О, шашлыки жарятся. Ух, уже перевернули. Сейчас еще минут 10-15. О, красивый. Красиво, да. Ну, еще немножко. Чтоб не сжечь, нормально. О, какие шашлыки получились у нас. О, отлично. Ну как, пахнет? Прелесть. Прелесть просто. Мама, а лук ты пожарила? Вон какие. Ух ты, как пахнет. Фу, кыш, что-то. Пахнет? Летает, вот такие шашлыки. Все. Это... Вот это комарик, глянь какой. Ну это самец. Самец, а не самочка. Он не страшный. Самцы они не страшные. Это самки. Страшные. Да, мы страшные. Да, мы страшные. Да. О. Ты уже всю воду. Слушай, взяла, вы открыли, так душно здесь, это ужас. Вы... Это может красный. Снова в Америке. Ну вот. Так вы, а вы разбавьте его. Потому что одно это, конечно, да? Я хочу сказать, это... Бесподобно все. Вкусно. Шампура вкуснее. А что ты там? Иди садись рядом с мамой. Ну давайте. Советское вино, портвейна. Давайте. Миша, портвейна не пила, я даже вкуса не знаю. А что Наташа с такой банкой сахара делает? Шашлыки посыпает? Да. А, на вино он добавляет. Ну, давайте. За здоровье всех, чтоб не болели. А? Не, ну, самое главное здоровье, все. Будь здоровым, будь. Чтоб не болели, все.
Приятного всем аппетита. Начнем кушать. То уже очень хочется кушать. И все никак. Соус по-грузински. Кинза. Вон кинза какая. Вот с кинзой, обязательно с кинзой. Можно нарезать и добавить в баночку сюда чесночок и кинзой. Это вообще будет здорово. Вот такой шашлык получился вкусный. Mm. Вкусно? Вкусно. Кто делал? Обалдеть. Обалденно. Наташа делала, Игорь жарил. Это он на меня налетел. Не так сделала. А сколько все... вы выслушали за шашлык? Все участвовали, да, все. Кто мариновал, кто жарил, все. Все нормально, прекрасно получилось, хорошо. Все. Ну все, вот такой маленький обзор, обзорчик маленький, мини-обзорчик. Стало, да? Да, ну, да, да, Антонов. Вот Антонов молодец, да, все-таки? Да? Скажи да. Ты что, дрессируешь, что ли? Она и значит, я ж не один их ем, я с ней ем. А-а-а. Ну вот видишь, значит, добра качество. Шашлычок. Симка. Иди сюда. А ну, покажи. У Кати 10. Смотри. У Наташи 4. У кого? Она очень любит шашлыки. Давай. Девчонки, к обеим хорошо отношусь. Очень себя донесет. Смотри, как она кушает. Любит она шашлыки. Нет? Но если не съест, придется дай кому-то. Тебе. Помоюсь. Давай тебе. Симка, что за фигня? Кушали. Ес, слава богу. Маленький кусочек. Вот. Давай. Прыгание вот это все. За все хорошее, чтобы все хорошо было. Сейчас начнешь. Я просто сказал, не буду злом. Вот вино домашнее пьют. Вкусно. Да, а это купили вот в магните и попробовали и бросили. Не берите. Все, ерунда вообще. А домашний он уже почти выпили бутылку. Молодцы, хорошо. А то ты на нас поклёп. Если бы столько выпили, я бы уже упал. Давайте. Это Наташа шутит, она специально так говорит, нет, чтобы не подумали. Ты говоришь, все, ладно, надо все. Хорошо. Правду. Вкусный шашлык очень, все хорошо. Вкусно, все. Ой, еще раз, все. Как будем выкатываться. Вот это. Запихаем. Как вкусно, да, какой взять. Затрамбуем. Ой, какая вкусная. Давай как-нибудь. Игорь нас подвезет, выкинет. Выкатит. Так не забудь отдать вино.